Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым и Новым годом. От всего сердца желаем вам силы, крепости, дерзновения, хороших ожиданий. Пусть все плохое, что было в прошлом году, забудется, и в вашей памяти останутся только самые чистые, светлые, самые приятные воспоминания. И чтобы вы с надеждой, уверенностью, упованием на Господа смотрели в будущее. Благословение вам во всем. Да хранит вас Господь на всех путях ваших, сопровождает вас. Мы знаем, что лучшее у нас по-прежнему впереди. Поэтому будем стремиться, будем верить, будем надеяться, будем стремиться к тому, чтобы Бог всегда был рядом с нами. Благословение вам. Аминь. Драгоценные, поздравляю вас, присоединяюсь к поздравлениям, и пусть вера, надежда, любовь всегда будет с вами, пусть ваша душа будет полна добрых дел, чтобы вы возрастали в святости, чтобы вы возрастали в любви, чтобы вы возрастали в посвящении Господу, и все Божьи обетования, которые еще не исполнились в вашей жизни, пусть все это состоится в этом году. Благословений вам. Еще раз поздравляем, любим, ценим и благословляем. С Новым годом!